Водочки? 4 пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Еще что будете? Не забудьте, пожалуйста, вот эту. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будете? Да, на троих. 9 штук. Ага. Директор будет с нами. Хорошо. Седьмой столик еще пол-литра требует. Я прям не знаю, они уже так? Ничего, Верочек, каждому по потребности. На-ка, вот подай в таком виде, для спокойствия. Он главный спрашивает, почему вы пьете? Не пьет один верблюд, житель пустыни. И рыба копченая не пьет. А чего и пить, она сама закуска. Рыба, вы знаете, от меня жена ушла. Маша. Лида ушла, в кино пошла. А на какой сеанс? На 18:45. Это ничего. А я ведь тоже здоровье-то расшатал. Как вот на ночь поем, так всю ночь АБХС во сне вижу. А ты не спи. Правильно. И все, и точка, и конец, и будь здоров. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Полная, задурая я. Спеши слова. Уже луны растаял след, в лучах рассвета небо просит, а солнце шлет нам свой привет. Нам не страшна седая осень, ведь нам с тобой... Раскрашенных под мрамор, этих ужасных плюшевых портьер, которые так и хочется распахнуть. Ой, извините меня, пожалуйста, ради бога, простите. Никуда не уйду. Впрочем, товарищ директор, я еще не допил свое кофе. Не допил! Тихо, вы слышите, товарищ директор, не допил! Тихо. А если бы допил, да, он бы перебил весь ресторан! Я никуда не уйду. Ах, вы не уйдете? Милиция, уведите его! В чем дело? Он меня карнизом! Он его карнизом! И все, вот результат. Прошу вас. Пройди со мной. Пожалуйста.